Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомился с девушкой, через какое-то время влюбился, теперь понимаю, что люблю. Общаемся в чате почти каждый день. Но видеться можем только раз в неделю. Почти на целый день, как только мы расстаемся до следующего раза, я ни о чем не могу другом думать, кроме нее. До следующего свидания время тянется мучительно долго, ожидание смерти подобно. Каждый день без нее пытка, как это исправить, как избавиться от этих нервов, и как просто спокойно жить от свидания к свиданию. Еда не лезет в глотку, засыпаю плохо, а внутри постоянная тревожность. Да смотрите, на мой взгляд, речь идет здесь о чем? На мой взгляд, речь идет о том, что вам без вашей девушки ваша жизнь не кажется чем-то, ну, привлекательным. То есть вам не нравится ваша жизнь. Она вам кажется скучной. Она вам кажется неинтересной. Может быть, даже пустой. Вот. И, в общем-то, это вот та история, которая выталкивается с неинтересностью своей собственной жизни. Поэтому наша задача здесь заключается в том, чтобы помочь вам научиться наслаждаться своей жизнью. Вот. Без как бы обязательного в этом смысле присутствия, да, другого человека. Вот. Я думаю, так. Ну и кроме этого, есть ощущение, что вы боитесь остаться один. Вот. Вы боитесь, что она вас бросит. Вот. И, соответственно, у вас есть вот этот вот, получается, страх. Вот. С которым вы, ну, сталкиваетесь. На мой взгляд, по крайней мере. Соответственно, можно ли и реально ли это подкорректировать? Да, само собой, в этом нет
какого-то секрета, в этом нет какого-то, ну, таинства, да, в этом нет каких-то супер непонятных элементов, вот. Все это, в принципе, более чем возможно. Вопрос, конечно, очень важный. Вопрос серьезный, и нужно с ним работать. Потому что если вы не будете делать каких-то шагов в этом направлении, то со временем девочка может почувствовать, что вы в ней нуждаетесь слишком сильно, и это будет ее отталкивать. Вот. Как-то так, я думаю. Конечно. Ситуация заключается в том, что вам нужно работать с своей самооценкой, потому что очевидно, что она у вас в первую очередь страдает. Вот. И вам нужно увидеть направленность ваших чувств к девушке. Вот. Понимаете, да? То есть вам нужно увидеть то, на что вы нацелены в своих чувствах к ней, к девушке я имею в виду. Вот. Это очень важно понимать. Увидите, сможете немножко разгрузить свой психоэмоциональный фон, и вам будет, я думаю, легче. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, она вам пригодится.